провел один бой и выиграл его нокаут. Ну а сейчас появится Дилшотбек Рузметов. Вот он на ваших экранах. Дилшотбек Рузметов не является сейном, кстати говоря. Пробивался он с боями, дошел до полуфинала. А вот как раз таки Уиттакер у нас шестой номер посева. Посмотрим, сможет ли Рузметов преподнести сенсацию в этом поединке. Да, для Рузметова это уже пятый поединок. И нужно отметить, что не так много поединков на международной арене в активе Дилшотбека. Всего 11, 7 он выиграл, 4 проиграл. В обоих случаях по очкам все было. 20 лет спортсмену всего лишь. Родился в Ургенче, а сейчас представляет солнечный Ташкент. Карьеру любителя на международной арене начал в сентябре 2015 года. Пятый бой, да, коллега совершенно правильно ты отметил. Сначала прошел представитель Монголии Рузметов. Затем одолел представителя Демократической Республики Конго. Затем прошел румына и в четвертьфинале победил Альфонса Домингеса, представляющего, вы не поверите, Азербайджан, уроженца Кубы. Причем в предыдущих трех боях, извини, коллега, я перебью, добился победы единогласным решением судей. Достаточно уверенно смотрелся. Хотя это действительно один из молодых спортсменов сборной Узбекистана, но на него они делают очень большие ставки. И изначально говорили, что вполне возможно он будет медалистом. В принципе, так оно и случилось. В любом случае, без медали уже не останется Дилшотбек, как минимум бронзу он заработал. В разносторонних стойках начинают этот поединок спортсмены. В стойке левши на этого начинает Дилшотбек Рузметов. И в стойке правши начинает Бенджамин Твинтакер. Ринга старается работать оба боксера. Никто не отдает пространство. Хотя вот сейчас начал поддавливать Бенджамин Уиттакер. Попытка была удара в туловище от англичанина. И тут же встретил его боковым с правой руки Дилшотбек. Кстати, я вам хочу сказать, что в прошлом году выступал на играх британского содружества Бенджамин Уиттакер. И выступал он в совершенно другой весовой категории. Он поднялся полутяжелый вес из среднего. Выступал он в категории до 75 килограмм. Ну, в принципе, коллега, это неудивительно. При таком росте вполне возможно, спортсмен начинает обрастать мышечной массой, потихонечку матереть и переходит в другой вес. Тем более, когда габариты ему позволяют это сделать. Вот 75 килограммов на играх британского содружества 2018 он дошел до четвертьфинала. Неплохих два попадания мы видим от Рузметова. Несмотря на то, что есть преимущество, как мы говорили, у Бенджамина Уиттакера в росте, он идет на среднюю дистанцию. Ну а здесь попроворнее выглядит Рузметов. Ох, какой боковой бросил сейчас Рузметов с передней руки. И мне показалось, попал. Да. Вечер давным-давно уже перестал быть томным. Как мы уже говорили, у сборной Узбекистана 5 человек вышли в полуфинал, и двое из них уже попали в финал. Поэтому все шансы у Рузметова есть стать тем спортсменом, который станет третьим финалистом от сборной Узбекистана. В общем, можно сказать, что со времен Олимпиады в Рио сборная Узбекистана точно вошла в категорию фаворитов. Ох, какой момент, и здесь прям так убегает от своего соперника Уиттакер, немножко он зазевался, да, пропускал много ненужных ударов. Вспомнил про Конора Макгрегора и про то, что когда-то бегал на длинной дистанции Бенджамин Уиттакер. Хорошо попадает Рузметов. Вот мне кажется, стало грустно уже Бенджамину. Заклинчевал англичанин. То есть первый раунд позади, очень неплохой раунд для Рузметова, на мой взгляд.
Чемпионат мира Лаврентия, серебряный призер Европейский кубок 2-го финала, да, весовой категории 81 килограмм. Начинается с атак Дишомбета. Рузметов, совершенно верно. В первом раунде он очень неплохо потряс британца. Да, и хотя счет не был открыт, но мне показалось, британец был потрясен. Он прочувствовал эти удары однозначно. Видишь, как он старается сейчас на дальней дистанции и пропускает все равно, не успевает за Рузметов. В 2015 году, в это сложно поверить, но можно, выступал Дильшотбек Арузметов в категории до 60 килограммов. Правда, ему было тогда всего 16 лет, но вот так вот вырос, как на дрожжах. Ну и хорошо тебя чувствует в этой новой весовой категории, мы видим, прекрасно работает сейчас в полуфинале. И снова было у него несколько хороших попаданий, мне кажется, на мгновение даже чуть-чуть подпросел Бенджамин Виттакер. Здесь он работал, отталкивал плечом, но рефери сделал такое внушение устное. Работа на средний, оба обрабатывают корпус друг друга. Затылку бить не надо. Сделали замечание Дильшотбеку Арузметову. Пошел вперед Бенджамин Уитакер и пропустил справа. Затем, правда, сам достал справа джеба. Хорошая комбинация и отличные боковые от Арузметова. И увернулся сам от встречных ударов. Хорошо попадает по корпусу Дильшотбек. Хорошо пробивает двойку здесь Рузметов, вовремя клинчует. Кровотечение открылось из носа у британского спортсмена. Без сомнений, конечно, Виттакера этим не отвлечь, но это свидетельствует о том, что наносят ущерб Рузметова все-таки. Удары Рузметова, да, прочувствовал на себе Виттакер. Чаще он начал клинчевать, все чаще он стал клинчевать, точнее. Концовка второго раунда. Там прямо в нос зарядил Рузметов. Ждем третий раунд. Раунд в поединке Дильшотбека Рузметова и Бенджамина Уитакера. Это была потеря равновесия, а точнее даже рефери показывает, что здесь был толчок со стороны Бенджамина Уитакера. И с
весовая категория до 81 килограмма, англо-узбекское противоборство. В общем, очень два неплохих раунда выдал Дильшодбек Узметов. На мой взгляд, он был поинтереснее. И Бенджамину Уитакеру нужно что-то менять, если он хочет выиграть поединок убедительно. Хорошо цапнул передней рукой с правым боковым в предыдущем эпизоде Узметов соперники. И теперь слева зарядил. Совершенно согласен я с тренером Узметова, который кричит «Ой, молодец!». Дильшодбек действительно «Ой, молодец!» в этом поединке. Хорошо, хорошая двойка. Так, Скис Уитакер подходит без ударов и получает навстречу. Неплохая двойка от Узметова. Работа на ближней дистанции. Очень активная. Хорошо попадает слева Узметов. Английский боксер особо ничего не делает. И ты знаешь, коллега, ощущение такое, что по скорости Узметов гораздо быстрее. Значительно успевает все он сделать. И не успевает Бенджамин Уитакер. Так даже не знает, что делать. Он не знает, какую тактику ему применить. Но это им пытается работать вот здесь, на ближней дистанции. Получает замечание. За что был освистан, мы слышим, болельщиками узбекского боксера. Отличная двойка. Ох, снова три коротких прямых пробивает здесь Бенджамин. Действительно, бьет он это очень здорово. Но он понял, что на дальней средней его перестреливают. Не успевает он ничего сделать. Это был такой эпизод удушающего, который, в принципе, в боксе запрещен. Хорошая левая вылетает пушка в исполнении Узметова. Ведь хорошо встретил его, кстати, Уитакер. Но раунд заканчивается. Ой, тоже. Как раз бегать-то Бенджамину, наверное, было зря. Ну, ждем решения судей. Решение судей в пользу. Конечно же, да. Дильшодбек Узметов становится очередным финалистом в категории 81 килограмм. И нас ждет среднеазиатское противостояние в финале. И это третий спортсмен, вышедший из финала сборной Узбекистана. Ну, узбеки оправданность на этом чемпионате, в общем-то, жгут. В хорошем смысле слова. Уважение, конечно же, его сопернику, англичанину Бенджамину Уитакеру. У него бронза, как у Питера Макгрейла. Ну и ждем в финале поединок Узметов-Нурдаулетов. Казахско-узбекское дерби. Наиболее яркие моменты прошедшего боя вашему вниманию.